Добрый день, мои дорогие друзья. Как говорится, и снова здравствуйте. Я уже сегодня одно видео вам сняла за свои овощи, за виноград, за цветочки, да. Хотя не все цветы вам показала. Вот посмотрите, какая красота. Просто красота, друзья мои. И вот посмотрите, а что ж это? Богомол, посмотрите. Цветочек сидит на цветочке. Что он там делает, не знаю. Что он там ест? Что-то ест, на цветочке сидит. Какого-то вредителя, что ли. Так, друзья мои, хочу вам показать немножко про свои деревья. В этом году я почти не снимала свои деревья. Да, ну, знаете, честно говоря, в этом году показывать было нечего, потому что урожай не очень хороший на деревьях в этом году. Ну, как сказать, не очень хороший. Урожай-то хороший, но все оно сыпется, потому что нет дождей. Я вот поливаю деревья, но представляете, сколько надо полить, чтобы дереву хватило влаги. Это надо куб вылить на дерево, чтобы дошло до самого корня. Вероятнее всего, даже там внизу уже вода куда-то ушла, и у нас сухие почвы совсем стали. Поэтому деревья страдают. Ну ладно, я вот вам покажу, значит, свои деревья. Начну я, наверное, с зизифуса унаби, друзья. Вообще люблю это растение по его виду. Красивые листочки, друзья, красавцы листочки. И вот ягодки, и вот цветочки. Видите, он и цветет, и уже ягодка у него есть. Это растение вообще очень интересное, как раз тем, что он и цветет, и плодоносит. И такие красивые листья, блестящие. Вы знаете, его можно посадить в центре цветника и видеть вот такую красоту. Но вся беда в том, что он, конечно же, сильно разрастается, хотя его можно сажать деревцем. Хочу сказать, те, кто живут севернее нас, в Ростовской области, в Воронеже и дальше, может подмерзать это растение. Первый год желательно его укрывать. Вот, и потом уже, когда года три ему станет, он уже тогда спокойно перезимовывает. Друзья мои, я вам так хочу сказать. Это растение чем интересно? Если он, вот, допустим, подмерз у вас, да, то если большой корень, уже мощный такой, начнут расти новые побеги от этого корня, и в этот же год зацветут, и в этот же год будут плодоносить. Вот это растение этим интересно. У меня, друзья мои, выведены из косточек эти растения, поэтому мелкие. Есть очень крупные, привитые растения, но, к сожалению, у меня пока таких нет. Может быть, когда-нибудь я где-нибудь возьму черенки и постараюсь привить, но пока, как видите, у меня этого нет. Это вот у меня одно растение. Здесь у меня, друзья мои, другое такое штучное растение. Посмотрите. Ну, это вообще уже облеплено. Оно более так на солнышке. И, конечно же, вот как видите, у него очень много плодов. Но вы знаете, они разные. Это вот как бы немножко заостренный у него. Ну, давайте-ка мы даже сорвем, наверное. Ну, сейчас, наверное, не поймешь ничего. Давайте дождемся, когда они поспеют, и я вам покажу, чем они отличаются. Плодом, конечно же, они отличаются плодом, а точно так же они и цветут, и плодоносят, как и все другие растения их вида. Так, груша, друзья мои. Да, еще хочу сказать, еще у меня зизифуса два. Все сформированы типа одного деревца. Вот, то есть я не кустарником формировала, а именно деревцем. То есть убираю лишние от корня побеги, потому что, ну, мне не нравится кустарник. Вот там, посмотрите, видите, вот прямо. Ну, мы подойдем, я покажу. Так, это у меня, друзья, колоновидная груша. Очень хорошая груша. Очень хорошая, очень вкусная, очень крупная. Вот, она, значит, как? Вот она, когда уже желтеть начинает, ее можно сорвать, положить, и через 2 недели она будет замечательная, сочная, сочная. Но это если она не успевает, допустим, до заморозков. Как видите, груш в этом году, не сказать прям, что облеплено, но много есть груши, и прямо неплохо зародились. Вот, есть, и вот она, видите, даже упала на малину.
веточка. Я ее, правда, связывала, но оно не очень-то. Вот оно даже, видите, как надо убирать эти подвязки, иначе оно передавливает стволик и может стволик погибнуть. Вот там, посмотрите, видите, вот там надо убрать уже, иначе погибнет стволик. А вот смотрите, заболевание пошло какое-то или вредитель какой-то был. Нет, заболевание похоже. Я брызгала весной, но надо было брызгать еще. Вот видите, грушки какие. Они еще зеленые, им еще, они где-то будут в конце сентября. Так, сейчас я дойду. Вот видите, надо было. И надо сказать, что не сильно, да, оно перевязано, потому что и все равно, вот посмотрите, видите, врезалось там. Надо бы убрать это все дело. Так, ну ладно, я сейчас сниму и уберу это, иначе погибнет стволик. Вот посмотрите, видите, какие висят грушки. О, пожалуйста, вот тут есть порченная, надо бы ее сорвать, она не нужна. Вот такая, иначе она все равно будет тянуть только. С нее все. А это что же валяется? Так, ну вот, как видите, грушки есть. Покушать вполне будет достаточно. Она долго не лежит, ее нужно кушать. Вот. Варенья у нас хватает, а вот покушать просто не мешало бы, как говорится. Персики в этом году, друзья, вот на этих совсем мало, несколько штук всего. Вот, да, уже и надо убирать старые, вот оставлять, как видите, молодые у меня есть веточки. Я буду оставлять молодые. Орех ксантоцерос уже вырос огромным, но в этом году опять попал под дождь, когда цвел. Почему-то ему не везет, он попадает всегда под дождь, когда цветет, и, конечно, не завязывает плодов. Так, а вот, друзья, барбарис у меня, посмотрите, какой. Просто шикарный, да? О, сколько барбариса, пожалуйста, можно закрывать. Делать из него напиточки барбариса. Так. Так, вот еще у меня один зизифус унаби. Здесь он молоденький. Я его еще толком не формировала. Он молодой. Но я все равно всего две веточки. Я убирала лишние ветки. Но все равно, как видите, выросла еще одна веточка. Надо постоянно убирать. Тут у меня и розы есть. Красавцы, надо их пересадить. Так, это, друзья, у меня кустарника йошта. В этом году было мало йошты, вот, но было очень-очень крупно. Но я показывала. Так, еще вот один кустарник зизифуса унаби. Посмотрите, тоже с плодами, как видите, да? Вот, видите, уже сколько плодов и цветов очень много. Вот, и вот, как видите, я тоже его убирала, только деревцем выращивала. Не нужно. Вот клематис, друзья, посмотрите, обвил все у меня совершенно всю загородку. Кошмар одним словом. Обратите внимание, ну красивый, слушайте. Вот отцвел, да, и посмотрите, какая красота осталась. И мне так нравятся вот эти вот его, вы знаете, не так даже красивые цветы его, как вот эти вот, скажем так, бороды, которые остаются. Вот, вот эти вот, видите, цветет он вот, посмотрите, миленькими какими. Посмотрите, куда он, посмотрите, что делает. Одно растение, вы видите, ужас, что он делает. Он и дальше, дальше, дальше идет. И вот тяпку я здесь забыла, вот бывает такое. Ну ладно, вот, друзья, кизил у меня. Кизил в этом году очень страдает от жары. И я его раз в два дня поливаю, выливаю одно, то есть два ведра воды. Ну вы знаете, друзья... Все равно, видите, листочки скрутились, а ему жарко. Он любит влажный климат. Но все равно, посмотрите, сколько кизильчика. Кизильчик есть, хотя, вы знаете, были такие сильные заморозки. Я думала, не будет кизила. Ну вот, как видите, есть кизил. Это у меня, так сказать, из косточки кизил, да? А вот этот кизил, друзья, это прислан галированный. Прислан с этого... С Крыма. Посмотрите, какие крупные. Очень крупные. Но опять-таки страдал в этом году сильно. Вот еще яблоня. Посмотрите, на него напала, наклонилась. Вот. Со своим урожайчиком. И прям боюсь, чтобы не поломала. Вот. Все хотела я в этом году его как говорится, придавить. Но ничего не получилось у меня. Вот. Ну, может быть, на следующий год тогда сделаю. Вот видите, сколько там, посмотрите. Кизильчика очень много, хороший. Кизил очень крупный здесь, хороший.
Ну, в этом году слабенько рос, слабенько, потому что жара темная стояла, и ему маловато влаги, ему надо, чтобы было влажно, влажно было. Если, например, вот Зизифуса Мальби, друзья, он как-то выдерживает жару, вы знаете, выдерживает, прекрасно выдерживает. И вот видите, как хорошо растет. Так, ну ладно, яблони, друзья, это у меня яблоня снежный кальмель. Ой, хочу сказать, что яблоня очень сильно, как это сказать, если она плодоносит, то очень обильный урожай. Вот вы видите, сколько осыпалось яблок и сколько еще на ней есть. Но они тогда мелкие. А когда через год бывает много яблок, а на следующий год уже мало, тогда крупные они. Ну вот в этом году видите, что делается, измельчало. Кое-какие веточки подсохли, надо ее, конечно, делать обрезку такую, вот, чтобы лишние веточки, и сделать так, чтобы она, ну, сильно уж у нее ветки склоняются. Ну, как видите, она растет невысокая, мне нравится, что она так растет. Вот, не знаю, вот тут ствол начал было пропадать у нее, я ее мазала, но все равно вот она горелась, надо все равно еще замазать глиной, хорошо обработать, замазать глиной, иначе пропадет деревце. Ну, пойдемте дальше. Так, закизил я вам рассказала. Давайте пойдем дальше. Друзья, орех в этом году. Ой, столько орехов. Орехов, друзья, в этом году валом. Но вы видите, что делается. Мне этот орех все здесь закрыл. Все совершенно. Я хочу все нижние ветки убрать. Пусть он растет вверх. Они все равно падают, эти орехи. Потому что, вот видите, вишню поломал даже. Вот опустился и сломал мне вишню. Вот, ну мне этого не надо, конечно. Вот, ну, орехов в этом году очень много, очень много. А вы знаете, мы плохо их едим. Никто не хочет их лущить, орехи. Жалко, конечно. Вот яблонька, друзья мои. Хорошие яблоки. Ну, вот вы видите, что делается. Засуха, засуха. Сыпятся яблоки все. Вот сколько яблок было, все обсыпались совершенно. Потому что сушь стоит. А еще орех, он много здесь забирает влаги. Очень много, друзья. У меня из-за него много чего не растет. Понятно? Поэтому я хочу вот эти ветки, которые... Вот, посмотрите. Надо их все срезать. Иначе темень. Тут у меня яблонька вот хорошая, очень крупная будет яблонька. Вот. Ну что ж, он все закрыл. Так, что дальше? Сливочка, друзья, вот надо собрать яблоки, которые посыпались, и вот с этими сливочками закрыть компот. Вот, это точно такая же слива, как я уже собирала, но она попозже, потому что, может быть, из-за ореха она здесь такая, не знаю. Но вот видите, все закрыл орех, не дает расти ничему. Поэтому надо все нижние ветки убрать, пусть растут вверху. Иначе темно, невозможно темно. Так. Вот видите, что делается. Яблок везде валом сыпятся, сыпятся. Так, что дальше, друзья мои? Айва. Ну что, айва? Айва – дело дрянь. Дело дрянь, заболевания у нее постоянные какие-то. Я уже не знаю, взять ее, удалить, что ли. Не знаю, что делать. И жалко вроде бы. В этом году цвела опять, попала под дождь она у меня. Все время как цветет, так интересно. У соседа либо сорт другой. У соседа зацветает гораздо раньше. Как только моя зацветает, сразу идет дождь. Вот почему так, не знаю. И вот было две это айвы. Вот одна упала, одна вот там висит. Не знаю, вот видите, сохнут у нее. Это заболевание какое-то у нее. Не знаю, если так она продолжит, я ее просто удалю. Из-за нее вот яблонька у меня, посмотрите, как склонилась, видите? Из-за нее, потому что близко получилось. И вот она вот у меня, видите, что делается, упала яблонька. Тут рядом вроде ничего, колоновидные это у меня яблоньки. Так, груша вот еще у меня одна. Это хорошая грушка, друзья мои, тоже. Вот, посмотрите, какие груши, крупные на ней груши. Я ее хотела, чтобы она была плакучая такая, она подвязывала ветки, а она сама, друзья мои, гнется. Так что не надо было ее и гнуть, она сама вот такая вот, низенькая. Грушек на ней сказать, чтобы я бы не сказала, что много. Хотя цвела хорошо, но зародилось много. Второй год она у меня плодоносит. Вот, ну, зародилось немного грушек. Ну, ничего,
И это спасибо. Они будут крупные, они еще будут расти, эти игрушки. Так, дальше, друзья мои. Пойдемте-ка. Друзья мои, вот слива, посмотрите. Ни разу не плодоносила. Ни разу. И смотрите, что сделалось, видите? Весь ствол погиб. Я не знаю, что произошло. То ли такой сорт, то ли... Видите, что делается? Я уже одну ветку срезала, и вот опять одна засохла. Я не знаю, что это такое за заболевание сливы. Вот, я на своих... Нет, у меня была слива тоже, еще одна такая, ну... Вот, посмотрите, весь стволик. Видите, это что-то там, какое-то заболевание или вредитель сидит внутри. Ну, в общем, удалю. Удалю. Не будет ее. Там две сливки я вам показывала. Очень хорошие, очень вкусные, сладкие. А вот это, друзья мои, это у меня слива. Ей уже много лет. Я не знаю, сколько лет. Может, 16, 17, не знаю. В этом году было улеплено все, но она и сейчас, вы посмотрите, видите, какой урожай сильный. Но много осыпалось, очень много червивых. Но она, друзья мои, очень-очень крупная. Посмотрите, какая. Во-первых, она разделяется напополам, ее можно дольками закрывать, убирая косточки. Но у нее сливы, друзья мои, огромные. В этом году много и вредителей, им заболел. Я ее и брызгала все равно. Но вот видите, заболевание какое. Вот, смотрите, слив много, конечно, много. Но она, вы понимаете, никакое дерево не выдержит так, чтобы ломились ветки. Все равно она будет сбрасывать лишнее, потому что ей нужно выкормить свои плоды. Вот, посмотрите, видите, вот от нее уже пошел. Здесь ствол один, вот он, погиб сначала. Завелся какой-то вредитель, я его срезала. Смотрю, из-под низу выросли два стволика. Я сначала хотела один оставить, один убрать. Потом смотрю, вот этот начал было тоже портиться ствол. Думаю, нет, не буду, я лучше спилю вот этот толстый, а оставлю молодые два. Но, ну, вы знаете, я его замазала, за все заделала. И он пока еще, как видите, крепенький. Ничего страшного не происходит с ним. Вот, ну, в любом случае есть замена, вот эти два молодых ствола. Ну, вот это ж, видите, вот это забыла, как это заболевание называется, вот эти вот. Вот, надо все это, конечно, убирать. Но слив много, друзья, посмотрите. И порченных, конечно, много. Ну, хватит нам, господи, хватит и тех, которые останутся. Брызгать уже, конечно, ни к чему, потому что уже поздно. Надо осенью побрызгать, обработать. Вот, ну, слив хватит. Слив много. Единственное, что нужно будет весной срезать ветки вверху, укоротить, иначе очень уж высоко выросло. Грушки, друзья мои, вот, посмотрите. Не увидела. Грушка поспела у меня, оказывается. Одна. Была одна, нет, две, вон она еще одна висит. Друзья мои, это та самая груша, которую я в прошлом году прививала. Замечательная, замечательно пошла расти. И прививочки, вот она вот что, в рассверловку я делала, пошла прививочка вот расти от нее, замечательно. Вот, ну, лишь бы стволик не загиб, конечно, надо его еще раз глиной замазать хорошо и обработать. А то вот мне не нравится стволик у нее какой-то странный. Вот, вот изначально вот такую купила дичку. Вот еще одна грушка поспевшая. Две грушки выросла в этом году, всего лишь на все. В том году была ветка полностью с грушами, но в этом году, как видите, вот все прививочки замечательно выросли, посмотрите. Замечательно, ни одна не пропала, ни одна. Все прививочки, ну, просто шикарные. Да, удачный был год в прошлом году. В этом году я прививала груши. Две, но одна грушка, ну, я сейчас вам покажу, пойдемте. Так, ну это что касается свил здесь.